think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик на добренькую старую имбу. Я не знаю, я назвал этого героя мини-архи, потому что подобие топора такое же, как у архи с топором. В общем, у нас сегодня на обзорчике будет Дракас. Дракас на драконе вот так вот наносит дамаг ближайшим целям на протяжении 5 секунд. Также уменьшает эффект от хила на 85. Это, скажем так, давненький уже старенький герой, и у него уже было урезание от хила в свое время, когда он вышел. Он, по-моему, после одержимого, если я не ошибаюсь, вышел. Он реально был на то время жесткий, многие боялись, так как он еще дополнительно наносит дамаг двум целям с наименьшей жизнью. Также встроенные СУ 8 левела, то есть дамаг здесь очень хороший. А у нас будет вот такая вот средняя сборка, то есть САСКА 7-7. Я не буду делать его на дев, хотя было в планах делать на дев. Возможно, сделаю, напишите в комментах, если хотите вы увидеть его на максимальный фуловый дев. В общем, у нас ремочный вариант, чтобы сразу включался, плюс пак для дамага. Герой, как видите, он не имеет дофигища иммунитета. То есть здесь вообще про иммунитеты нифига не сказано. Это один из тех героев, которые не актуальны на сегодня, но он в максимальной прокачке. В общем, поехали, начнем с жестокого. Так, надо, наверное, смотра убрать. Надо вместо красного, зеленого одного поставить. Сейчас уберем смотра. Поехали. Он называется убрал, блин. Вместо зеленого серого надо поставить, блин. Завтыкал. Так, все, смотра нету, смотрим. Вот так вот он включается, то есть действие. Это топор летающий. Как видите, он станется, то есть в данном случае дофигища ему может прилететь, он станется. Ну, короче, в общем, у него вообще никакого иммунитета нет. Но дамаг у него реально прикольненький. Смотрите, как топором он рубит. Сейчас он двоих вырубит тоже нафиг. СУ, как вы знаете, многие, наверное, не знают, работает только с руки. То есть у него дамаг с руки очень обалденный. А вот дамаг со скилла, сейчас мы посмотрим. 1500 это... Блям, 500 это что, питомец ударил? Вот видите, стан. Чарка. Вот так вот он топором фигачит. Вот такой же топор, как у архидемона, по сути. Ну, у него основной урон, основной дамаг с руки. То есть это вот наподобие, мы когда-то видели с вами черепа СУ, которого брали все на этот, на арену, и он реально там просто был офигенный. Это что-то типа в том же роде. Видите, дамаг у него, конечно, прикольный. Ну, анимашка классная, но из-за того, что у него нету иммунитета в куче всего, он, ну, не востребованный, как, наверное, 90% героев, которые есть в игре, потому что они не универсальные, они не могут никак сравниться с героями, которые уже выходят после них. Соответственно, хотелось бы, ну, IGG это не делает, реанимировать просто старых героев. Добавить им какие-то, не знаю, возможности, там, улучшения, иммунитеты. Это ж можно сделать, ну, потому что куча героев, они, по сути, просто простаивают. Ну, дамаг у него такой. Интересный вблизи. Зональная атака, как видите, топор. Сказать, что прям... Вы будете таким героем что-то делать? Ну, на минимальных левелах, я думаю,
Есть куча героев, которые более актуальны для тех же самых подземок, для разных локаций PvP, намного круче. И вливать кучу ресурсов в этого героя, в принципе, тоже не стоит. Сейчас посмотрим, как он по мессу будет дамажить. 1,5 ляма. Ну, 5 лямов у него дамаг по мессу, я смотрю. Все, дальше пошел стан, и вот вся бесполезность. Дальше вот по ляму, то есть у него нету, хоть у нас собран в принципе на нормальную атаку, у нас нету того, что есть у других героев. Там я показывал вам других героев с максимальной атакой, они просто разваливают это место там стычки с двух. Этот же даже при своем включении, как видите, и то он даже не включается. Да, зональный дамаг кайфовый. На разгоне, ну, лям 600, лям 800, это вообще ни о чем, честно скажу. Мясо его разбирает с пару тычек. Вот так вот. А где его можно использовать без доната? Странный вопрос, но в принципе можно. А на низких левелах, если он у вас есть, в принципе, как вариант, кто бегает на арену, очень неплохой вариант, я вам скажу. Почему, сейчас покажу. Он, ну, если, конечно, получится у нас. Да, тут особо не получится. А у него очень обалденный урон по камню, особенно с руки будет, когда сработает СУ. То есть тут понятно. Попробуем где-то дальше найти какого-то более жесткого противника. Забрали энергию. Все. Все, что осталось от нашего. Ровным счетом ничего. Давайте этого попробуем. Тут попроще противники. Вот и все. Попали мы на отражалку. То есть это тоже одна из проблем. Это отражалка. Сейчас поставим ПДшку. Он очень много дамага наносит. То есть он один из таких топовых дамагеров. Особенно если СУ пролетит. Там в разы увеличивается дамаг с руки. И соответственно обратка ему. Поэтому в такие локации лучше брать вариант. Там, допустим, ремка плюс ПДшка. Так. Где там моя арена? И то опять же. Есть куча героев, которые в разы интереснее. Ну вот сейчас мы должны закрутить, по идее. Вот, отлично, закрутили. Надеюсь, по камню хотя бы хоть какой-то дамаг сейчас будет вылетать. 600, 500, вот дамаг его, и у него есть вот именно дамаг с руки. То есть там увеличение урона именно с руки СУ дает. Соответственно, этим он был здесь кайфовый в свое время. То есть многие его прокачивали. Так, опять забрали энергию. Это запарили вы уже своими заборами энергии. Ну, то есть, видите, у него нету куча каких-то. Даже не включился. Без варианта вообще. А, давайте попробуем. В обход, если получится. Вот он ударил топором. Ну ты долетишь или нет? Обездвижили его, все. Это слив. То есть тоже актуальности, если брать в топах, от этого героя никакой нету. Чисто так, на низких левелах, вливать в него ресурсы, ну, я тоже не советовал бы, потому что это бессмысленно, чисто ради прокачки силы. Вот опять забрали у нас энергию. Сейчас, наверное, у нас процентуально нет. Нифига себе, посмотрите, что он чудит. Он против рогатки, кто кого. Ну, конечно, он рогатку ушатает с 30-м прорывом. Вот. Прошел удар, смертельный удар плюс урон. Чисто ради этого, когда-то я тоже его использовал, пробовал, тестировал. Все. Больше никаких вариантов, честно скажу, для этого героя нет. Сейчас мы пойдем на PvP-локации еще, но я больше чем уверен, что там от него толку не будет, потому что его можно застанить, обездвижить, молчанку накинуть, то есть прочее. У героя вообще нету никаких иммунитетов. Да, у него дофига дамага, да, он классный там за счет включения
вроде встроенный талант, как у одержимого, да, на то время это было очень круто, но на сегодня это уже не актуально. Сейчас мы его сюда поставим. Я всегда собираюсь проходить каждый день ЗБ и никак не могу собраться. Вот он включился. Да, таким вот образом он, конечно, классный. Он бьет зонально, то есть в пачке, как вариант, от него хоть какой-то толк будет. Но опять же, в топах я не думаю, что он пару секунд проживет против топовых сборок. Может, сейчас мы где-то найдем хорошие прорывы, потому что он не универсальный, как и большинство героев, к сожалению, на сегодня. Давайте против этого. Не совсем топ. Вот видите, молчаночку накинули на него, забирает энергию, но он, конечно, удар там, обычный удар у него бомбический. Плюс у нас еще крит дамаг, 27к в районе этого, сейчас покажу статки его. То есть он по дамагу реально классный. Ну тут сейчас просто только чпок. Вот все, он даже не успел ничего сделать. Хотя там прорывы 10 и 12. Может, против этой, против второй пачки сейчас попробуем. Давайте так сделаем. Немножко рокировку. Видите, молчанку накидывают. Все. Вот он включился. Вот теперь вот видно, да, что он тащит. То есть там, где нету молчанки, нету стана, возможно, с выражением в пачке он будет тоже тащить. Но не знаю, в топах, конечно, это бесполезный герой. Посмотрите на входящий. Ну, он у нас на атаку собран. Может быть, я его сделаю на деф. На дефе он будет поинтересней. У меня карт нету. Поинтересней в плане того, что его будет сложнее пробить, а дамаг он все-таки будет все равно наносить офигенный. В общем, пишите в комментах. В принципе, не знаю, все. В рейды даже бессмысленно ходить. Там у меня по моей силе противники такие, что они просто его будут. Ну, вот посмотрите, у него отхила нету. Да, дамаг он наносит зональный крутой. Просто его стычки разбирают. То есть тут надо дефный вариант делать. Тогда, возможно, будет какой-то толк. СО огненка. Ну, по стандарту, да, там и думать что-то над отхилом. То есть убирать полностью дамаг. Ставить уклонение, потому что у нас в таком варианте 20 7000 крита, ну, конечно, это круто, когда вылетит с руки-то, да, вот там будет хороший дамаг. Но опять же, герой в основном не живет столько. Если вариант такой вот сделать, уклонение. Конечно, ремка для того, чтобы сразу включался, она по сути особо и не нужна. Вот вам весь деф. 3 секунды и героя нет. К сожалению, это, наверное, подходит для всех стареньких героев. То есть, ну, пробивается конкретно. Даже при дефной сборке там относительно хоть какое. Плюс уклонение здесь все-таки 12, 11, 12к. Это все равно сегодня не спасает против топа. В общем, такой вот герой. Пишите в комментах, или хотите вы увидеть его в дафной сборке, что он может по локациям побегать. Но я же говорю, это имба с прошлого. Вот, посмотрите, вот раз, два и все. У него тоже много дамага, поэтому он на отражалках будет сливаться конкретно. И вы ничего с этим не сделаете. То есть вариант ставить ПДшку никуда. Так, ну тут даже куда бы я его не выпустил, давайте на экспедицию еще сбегаем. К сожалению,
Так, я забыл его поставить. К сожалению, это уже прошлое. Но когда-то в свое время он реально давал жару. Мини-архидемон, скажем так. Вот посмотрите, топором зафигачил сразу же двоих. Топовый дамагер в свое время. На сегодня вот так вот в максимальной прокачке он у вас будет в большинстве случаев просто стоять в стане, его будут разгребать мелкие герои. Вот такая вот, ребятушки, имба. Ну, интересно сейчас, сколько он зарядит. Конечно, было бы круто хрона включить. Но шатает по чуть-чуть. Такой вариации, конечно, атаки не так уж и много. Ремка у нас тоже уже пропала. То есть, по сути, у нас атаки нет сейчас на героя. Ну, это большая проблема всех героев. Стан, молчанка. 24 там или сколько к, или 240к. Это смешно, короче. В общем, такая вот, ребятушки, старенькая имба. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.